Если в этой стране убивают политических оппонентов, честных журналистов, то этим уже все сказано на самом деле. Но мы не можем позволить себе, мы не можем себе позволить уныние. Вот этого мы позволить себе не можем. Не потому, что это один из грехов, а потому, что мы действительно не можем себе этого позволить. И поэтому мы должны участвовать в этих выборах, должны, извините за выражение, включать мозги, бороться и пытаться понимать, что можно сделать легитимным путем, чтобы эту чудовищную в своем, так сказать, вот нынешнем состоянии власть сменить.